Казань является туристической столицей России, которая привлекает гостей со всего мира своим богатым культурным наследием, уникальной архитектурой и гостеприимством своих жителей. На сегодняшний день туристический потенциал города постоянно растет, что отмечают большинство экспертов. В этом году, вернее сказать, в 2023 году мы приняли уже более 4 миллионов туристов, и год от года туристская инфраструктура продолжает совершенствоваться, появляются новые объекты, реновируются наши музеи, они становятся более интерактивными, постоянно появляются новые какие-то объекты притяжения, тем самым спрос и туристский поток не иссякают, а произрастают. И в свете этого можно констатировать, что в ближайшие годы, особенно учитывая политическую ситуацию, внешнеполитическую и ориентацию на внутренний туризм, спрос на поездки в город Казань, они будут только расти. Именно по этой причине на каждом углу находятся отели, интерактивные места и спа-комплексы. Еще одно такое место будет открыто на Оренбургском тракте в городе Казань, а именно новый термальный комплекс. Курорт обещает быть масштабным с 10 видами бань, саун и большим фудкортом. Общая площадь терм составит 12 тысяч квадратных метров, 2500 из которых это уличная часть. Открытие данного спа-комплекса должно состояться уже в мае этого года. Бани остаются актуальными еще с 14-15 века. Казалось бы, баня – это пережиток прошлого, но в связи с изменениями моды стереотипы канут в лето. И сейчас баня является местом чистоты, обновлением себя и использованием различных процедур, связанных с эстетикой. С возвращением популярности банной темы растет и количество термальных комплексов. Под них на данный момент активно переоборудуются существующие здания торговых центров, например, к концу года глобальная стройка закончится и в Казанской Меге. Мы видим, что сегодня уже появляется множество различных спа-комплексов, различных банных услуг. Да? И они, кстати, достаточно дорогостоящие тоже. Но, тем не менее, население этим пользуется. Причем разные есть уровни даже. Да? То есть прям такие премиум-классы, банные комплексы. Есть обычные бани, даже советские бани, которые были в советское время построены, ну, даже на территории Казани. Они на сегодняшний день тоже очень активно используются населением. Да? Термальные комплексы в городе Казань станут неотъемлемой частью его туристического привлекательного облика, предлагая посетителям уникальный опыт отдыха и восстановления. Благодаря сочетанию современных технологий и древних традиций, термы в Казани предоставят возможность окунуться в мир релаксации и заботы здоровье, подарив каждому гостю момент уюта и гармонии. А с развитием Казани будет еще больше таких прекрасных мест для уютного пребывания. Милена Шестакова, Александр Антонов, Универ Новости.